Осень – традиционная и самая любимая пора для свадеб. Именно это время, когда листва окрашивается в золото и багрянец, чаще всего звучит во время бракосочетания молодых романтический марш Мендельсона. Но такие свадьбы, на которых мы побывали, встречаются чрезвычайно редко. Почему же так получается? Ответы в нашем следующем репортаже. Николай Щука и Виктория Шапран в отделе ЗАГС Славянского района в субботний день стали мужем и женой. Все было как положено, звучали торжественные слова, которые всегда произносятся в этот важный и запоминающийся на всю жизнь день. Живая музыка сопровождала церемонию бракосочетания. Пусть это мгновение станет началом пути в семейную жизнь. Пусть теплота, доверие, взаимопонимание всегда царят в вашей семье. После регистрации брака счастливые молодожены стали свидетелями еще двух незабываемых событий. Состоялось чествование родителей невесты Николая и Светланы Шапран, которые отметили накануне серебряную годовщину свадьбы. Самых добрых слов были удостоены и золотые юбиляры бабушка и дедушка Виктории Владимир Иванович и Любовь Алексеевна Гарбус, которые связали себя узами брака ровно 50 лет назад. Очень рада, что у меня есть дети, внуки. Вот. И так совпало, что у нас была золотая, у дочери через 25 лет серебряная, и внучки сегодня свадьба. Что все было очень отлично, и хочу, чтобы так оно и продолжалось. Серебряные и золотые юбиляры расписались в книге торжественных регистраций. Им были вручены подарки, и они сказали молодым идущие от сердца слова и зажгли свечи, символ домашнего очага. А уже от них новобрачные подожгли свою свадебную свечу, перенимая эстафету крепкой семейной жизни. Старшие представители семьи – прекрасные труженики. И всей своей жизнью они дают отличный пример для детей и внуков. Желаем всего наилучшего. Этого желаю. Чтобы все было хорошо, чтобы устроилась их личная жизнь, совместная, чтобы не расставались. Молодожены уверены, что у них все в жизни получится так же хорошо, как и у родителей, а также бабушки и дедушки. Чтобы также наши даты, такие как 50 лет, 25 лет, повторялись постоянно, чтобы также дети были наши счастливы, Ну и все. Могу пожелать только всем радости, добра и любви. Я являюсь большим примером для своих детей, и дети всегда хотят выглядеть так же, как и выглядят их родители. Поэтому, да, мы берем пример со своих родителей. Удивительная тройная свадьба стала для всех ее участников по-настоящему памятным днем, золотыми буквами, вписанным в книгу истории семьи, да и всего нашего района. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».